кукол на выставке форуме «Россия в Москве». Здесь секретами кукловождения с посетителями стенда Ульяновской области делился заслуженный артист России Андрей Козлов. Гости площадки с удовольствием вспоминали сказку о рыбаке и рыбке, пообщались и сфотографировались с самим автором произведения Александром Сергеевичем Пушкиным, а также узнали подробности его пребывания в Симбирске в 1833-м. Пушкинская тема здесь прослеживается не случайно, ведь в этом году мы празднуем 225 лет со дня рождения великого русского поэта.